Здравствуйте, добрый день. Шикарно выглядите. Как дела? А мы тут программу снимаем. Называется она «Экзамен». Вспоминаем школьные дисциплины. Вот, скажите, какая у вас оценка, максимальная оценка была в школе? 12. 12? Вы еще учили в школе по 12-бальной системе? Ой, да, что? Очень молодо выглядите. Да, согласен, согласен. Суть программы в чем? Я вам задаю три вопроса. Сегодня, кстати, тема у нас география. Вот, вы должны ответить на них правильно. Отвечаете верно, я вам дарю приз. Хорошо. Почти. То, что, собственно, мы сегодня аспиратором не смогли осилить. А именно вот такую вот шоколадку. Отвечаете неверно на три вопроса. Выполняете одно простенькое мое задание. Окей? Ну, давайте, да. Итак, назовите нам, пожалуйста, страны, которые входят в Прибалтику. Эстония, Латвия, Литва. Латвия, наверное, Эстония, что-то... И? Литва, может... Да, Литва, конечно, Литва, Латвия, Эстония. Где находится Прибалтика? Понятия не имею. Литва, так. Латвия... Так, И третья страна? И Эстония. Белоруссия, да? Так, допустим, Беларусь. А рядышком что сейчас в Беларуси находится? Я просто со стороны к Украине знаю, там, ага. С той стороны. Что там еще? Польша есть, да? Но Польша это не Прибалтика. Это не Прибалтика, нет. Наверное. Словакия, может быть, нет? Словакия вроде, да. Столица Китая. Гонконг. Пусть будет Гонконг. Хорошо, ладно, окей. Очень стыдно. Блин, как... Пекин. Берлин? А. Не, Берлин. Берлин по-английски, по-русски Пекин. 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 Как расшифровывается ГДР? Германская Демократическая Республика. Ну, Г, может, государственная. Государственная? Да. Я не знаю, не знаю. Держава, может быть? Ну, может, держава, да. Государственная держава, Р. Я не знаю. Республиканцев. Республиканцев. Ну, я знаю, что это часть Германии советская, скажем. Подождите. Уже не советская, слава богу. Германская, да? Германская. Державная, да? Державная. Да. Украина? Какая у нас страна? Где? В смысле? А, все. Демократическая республика, да. Германская. Германская республика. А Д? Д. Добрая? Нет. Денежная? Демократическая. Демократическая, вот, абсолютно верно. Ну ничего, видите, как с трудом пополам, вот так потихонечку мы с вами, заработали шоколадку. Я вас поздравляю, она достается вам. Вы заслуженно получаете от нас вот такую вот шоколадку. Спасибо вам большое. Давайте сделаем фото на память. Да? Бинго, пятерочку покажите. Не, вот рекламы, пожалуйста, вот сюда. Они не платили деньги за рекламу, поэтому не рекламируем их. Да, вот так, отлично. Спасибо большое, всего доброго. Ревуар.